Для производства блоков нам понадобится волшебная форма. Вот она так выглядит себе. 40-20-20. Металл. Так устанавливается. Я буду делать полублоки. Это еще вот такая перемычка. Вставляется в пазы. О! Далее заполняется раствор. Полусухой, полувлажный. Так вот разравнивается слегка. И пару трамбовочек у меня есть. Вот так вот утрамбовывается. Так, лопата. Захват. Такой пилкобетон у нас получается. Это монолит. Капитальная стена. Это отверстие от шпилек с трубочками. Сразу хочу напомнить тем, кто не смотрел мои предыдущие видеоролики, пропорции опилкобетона. Это 6 ведер опилок, 1 ведро цемента и 1,5-2 ведра песка в зависимости от влажности песка и влажности опилок. Все это перемешивается до масс, до такого состояния, чтобы когда в руке раствор нажимаешь, не выделялось слишком много воды. И комок не рассыпался при перекатывании. Идет вот такой планцончик. Сигнализирует, сколько не хватает или лишний раствор. Тут у меня лишний, надо убрать чуть-чуть. Все. Готово. Дальше берем V-образную вот такую вырезовую доски. Сейчас мы ее будем ставлю.
Буду вытаскивать. Опа. И внутреннюю перемычку. Дедуль, кто же там тянет? Получилось два полублока. 10 сантиметров, 20 сантиметров и 40 сантиметров. Вот высохнет и пойдет на наружную стену. Большой копилок, где-то примерно 6 ведер. Марки 500. Одно ведро. Thank you.
I've waded through the river of battle elements. I've thought through every storm until they stopped. I couldn't tell the poison from the medicine. Forever hiding from the poison I forgot. So let me see. No, don't you follow me. Ready to leave, but you're in front of me. Can't say you need, better call my mercy. I'll be a dream, I'll be a prodigy. Включаем в работу. И туда же.